Алло, Дмитрий, доброе утро. Как дела? Ага. Дмитрий, ну, в общем, сейчас я вкратце постараюсь изложить ну, то, что можно сегодня начать делать. Значит, я создаю Google Docs, в котором будет прописан, ну, он уже там начал его создавать, и дам потом ссылочку на него, где будет записано, так, я не помню, здесь вот этот, что ли, документ. Ага, вот он. Я его назову у нас фриланс. Фриланс, так скажем, работа, назовем его. Работа с Дмитрием. Так, Дим, ну, в общем, ты смотри. Так, что мы смотрим? Значит, я сейчас завожу аккаунт Skype отдельный, да, для того, чтобы, ну, почту заведу отдельную. Будет почта на Яндексе. Почта Яндекс. Потом будет Skype, логин, пароль. Так, ну, значит, заходим на фриланс вот с этим логином, паролем. FL.ru. FL.ru. Вот, значит, авторизовались, здесь ввели логин, пароль. У меня здесь просто автоматом. Вот, дальше смотри, вот там, где на отвеченные проекты, вот здесь, в принципе, значит, идут уже эти, ну, как бы ответы. Ну, то есть проект, на который отвечал, вот они. Там, где люди вступили в переписку, есть вот это самое новое сообщение. Еще ко мне в почту падают сообщения такие, удобно их читать. Но я их постараюсь переслать тебе на этот яндексовский ящик, там настроить как бы эту, как сказать, форвард, да? Вот сейчас. Вот у меня идет оповещение, да, вот, типа, заказ услуги с резервированием сумма. Там, типа, раз, вы вас выбрали CMS, новое сообщение по проекту. Вот, был получен отказ, отмена заказа на типовую услугу. Так, вас выбрали кандидатом. Срок так, так. В общем, я тебе вот эти фрилансовские, ну, для удобства, может быть, можно руками здесь просматривать, какую, да, то есть, просто здесь, получается, надо открывать сам проект еще, смотреть, что произошло по нему, да, то есть, дали отказ, не дали. Вот мой ответ. Пока отказа нету. Можно написать человеку там, типа. Ну, в общем, мы с тобой это, ну, согласуем, скажем так. Ну, можно. Там моя система, она отвечает, как бы. Ну, она ищет ключевые слова и отвечает, да. То есть, типа, вот человек еще что-то написал. То есть посмотреть. Вот. Так, вот здесь вот нажимаем развернуть переписку. Уточните вашу цену за принудительно. Так. Ну, может человеку написать. Ну, то есть, соответственно, это будет общение с клиентом, да, а разработчики, они как, я, допустим, здесь себе, ну, допустим, мы здесь, пока в этом виде не напишу разработчик, например, open card, да, там, ну, там, например, как его зовут, там, не знаю, ну, там, Сергей, да, e-mail, там, например, его e-mail, Skype. И, допустим, если я его взял с Quark, будет еще, типа, писать Quark. И будет, может быть, краткий комментарий, как с ним общаться. Например, написать в Quark, там будет ссылочка, да, на Quark. Там, может быть, где-то еще будет, работает по прайс-листу, под прайс-листу, который мы там составим, да, там. Ну, который будет у нас, например, не знаю, может быть, это перетащим в Excel, где-нибудь здесь будет ссылочка там на прайс-лист. Ну, в общем, вот. И, допустим, там Trello еще будет, может быть, ссылочка, где можно будет, если там договариваемся с заказчиком, то нужно будет там просто создать карточку там проекта. Но это Trello, и отдельно мы с тобой еще посмотрим. Я тебе, может быть, видео запишу или там в скайпе покажу. Ну, ты, в общем, можешь пока как дело начать. Вот разработчиков я сейчас сюда подкину. Сейчас на работу поеду, с работы тебе закину там разработчиков, да. Ну и будем в течение дня по скайпу общаться там, да. То есть, чтобы было понятно, чего там, как. Так. Вот. То есть здесь будет это фриланс. Сейчас я все это завожу. Вот. И тогда можно вечерком будет. Просто вас смотря, во сколько я там сегодня с работы. Может быть, я с работы с тобой поговорю. Ну, посмотрим в течение дня там. Вот. Можно будет там все это решить в течение дня. Все хорошо. Тогда все заканчиваю запись.